сухо, мы видим, есть трещина сухо. Это у нас прочой, выведено известного грека Зелимхана Харчевского. Ну и знаем еще одну представительницу из этого тейпа, известная ведущая новостей чеченского телевидения Лариса Бисаева. Давайте начнем с башни.
впадины, где стекается сточная вода после дождя. Не приток этой реки. Так что воду здесь не будем обозначать. Ее просто там нет. Эрозии почвы. По которой годами течет сточную воду, текут сточную воду. Эта река называется Хохулау. В народе Хули называется. Thank you.
Perzemense kullanımı deliriyor.
такая структура скалы. Вот, и здесь снег. Вот здесь 7 десятилетиями, веками. Даже вот такая структура образовалась. Мы пытаемся счастье повторить. Тоже хороший художник своего рода. Наверняка тропинка, которая спускается к реке. На все не видно, только часть начала. Мы тоже просто добавляем. Или заметно. Начало тропинки. Так, в долине тоже видим дорожку такую. Такая протоптанная. Или заметно.
такой здесь голубоватый такой. Оттенок. Не знаю, как он здесь образовался, но на картинке мы его видим. Возможно, солнечные лучи. Словно художник нам передает все цвета радуги. Даже на дороге дается такой легкий голубой цвет. Почему-то. Еле заметно. Вся эта палитра цветов отражается на течение реки. Река отражает всю эту палитру. Вот.
não interessa. Некоторые деревья, которые ближе к нам, кроны деревьев. Каждое дерево обозначено, задача не ставится. Но общую картину надо обозначить. Thank you.
Кроны деревья имеют такой голубоватый оттенок. Скорее всего, вдали это цвет атмосферы, мне кажется. Света как бы имеет туманно голубой цвет. Картина наша завершена. Может не вернуться еще не раз, когда все высохнет, на свежую голову можно что-то добавить. Так, это у нас было. Чай.